А без активных практически горох на поверхности. И плюс монодиск выворачивает пласт. Он же под углом работает. То есть вот такой. Он его немножко в сторону сдвигает. И горох даже в него, и я имею в виду в борозду, и не попадает. Поэтому... И почва еще сырая. Конечно же, сырая почва. Причем очень сырая. Стерня держит влагу. Так что с активными дисками будет получше. Такая вот стерня, она уже высохла, конечно, она рубится, режется.